Шестая игра окончена, вы выходите к болельщикам. Как вообще появилась эта идея? У нас армия болельщиков в России, не только тут в Башкирии, не только в Уфе, она очень большая. Вот, и традиционно после окончания сезона мы какие-то слова говорим поддержки. Они со своей стороны говорят, что они соскучились по кубку, что 11 лет уже в Уфе не было, что они все равно... Вот это как раз те люди, которых очень много, которые любят, поддерживают команду, несмотря на то, что вообще тут происходит. Кто приходит, кто уходит, кто остается, у кого-то там травмы или еще что-то. Вот это вот самая крутая поддержка, которая всегда чувствуется, и всегда мы ее ждем. У тебя нет ощущения, что вот если говорить о масштабах лиги, хоккеисты немного отдаляются от болельщиков? То есть есть частные случаи, да, там ты, Миронов, но вот если брать в масштабах лиги? Ну, наверное, я не думаю, не знаю на самом деле, кто еще там открыт где-то в социальных сетях, еще где-то. Потому что социальные сети – это же две стороны монеты. Сегодня ты сыграл хорошо, и тебе пишут поздравления, ты молодец, а завтра ты что-то не так сделал, ты уже там всеми словами посылаешься во все места, и тебе пишут, угрожают, и говорят, что он там ставку какую-то проиграл. Вот. И не все это, понимаешь, могут переварить. Не у всех есть там какая-то броня или толстая кожа, чтобы как-то там, может, где-то отшутиться, может быть, даже просто проигнорировать это. Поэтому, я думаю, основная масса старается как-то от этого абстрагироваться. Хотя у всех есть социальные сети, у всех. Я не знаю, левые, прямые странички, они у всех есть. Но так, чтобы, может, кому-то не хватает какого-то креатива, чтобы что-то делать. Ну вот я просто даже не только про социальные сети, да, про какие-то вот активности, взаимодействие с болельщиками реально. То есть не то, чтобы вышли, отыграли и в автобус уехали, а вот чтобы какая-то сопричастность была еще дополнительная. Ну это же, я думаю, это еще от человека зависит. На самом деле нет никакой проблемы, чтобы там выйти, там, переговорить, или когда у тебя что-то спрашивают, сфотографироваться, подписать что-то, либо какую-нибудь прикольную движуху устроить. Вот в этом году мы с Яковлевым планировали на Баном, классно же для детей, классная затея, мы еще кучу народу собрали, уже должны были куча там и блогеры, и какие-то известные личности приехать, но так сложилось, так бывает. Вот поэтому... Это же тоже своего рода такая популяризация для... Мы все были маленькими, я тоже смотрел так на... Помню, мы в Америку ездили, я думал, о, вот это круто, вот это классно здесь делают. Я еще тогда не понимал. Просто мне там нравилось это вот как картинка, когда дети смотрят. Вот. А сейчас сам стал взрослым, понимаю, что было бы классно что-то сделать вот для себя, для маленького, который такой, о, посмотрел, классно, и тоже захотел стать дяденькой, который играет там в хоккей, когда собираются там трибуны, поддерживают, это же круто. Ну, вообще, спортсмены очень счастливые люди. А, ну, тогда, в заключение, планируешь ли ты что-то еще с болельщиками в будущем? Конечно. Пока, ты знаешь, пока сейчас отпуск, надо самому от этого, от всего абстрагироваться, отдохнуть, расслабиться, вот. Вот супруга на меня смотрит, Александра. Вот, да, и переключиться, и в новом сезоне будет что-то новое, интересное. По-любому.